здесь будет вообще первый фонтан. Пошла нахер отсюда, я жить хочу! О, да. Вот кто-то мне вообще написал, чтобы я построил фонтан, но я не понимаю, как он оценит. Ладно, ладно. Вот, вот закончу сегодня видео и посмотрю, как он меня оценит. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик, это у нас игра Майнкрафт. Ну, в общем-то, как вы понимаете, то, что скоро уже будут видео про растения против зомби-героя. Да, мне уже даже в телеграм-канале просят, чтобы я их заснял. Это вообще, я не знаю, будет уже угарно. Сейчас еще одна серия про Майнкрафт, которую я сейчас снимаю. И еще одно видео про Stickware Legacy, где я буду тестировать финальные заклинания. И уже тогда, вот в понедельник, будет первое видео про растения против зомби-героя. Мне там уже многие просят. Сейчас в последнее время просят растения против зомби-героя. Но сейчас пока я буду... Но сейчас я пока снимаю видео про Майнкрафт. Мне, короче, вот просят, чтобы я построю фонтан на своей территории. Причем даже, знаете, я даже не один фонтан, а два фонтана построю. Это будет вообще классно. Так что обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы, друзья, как говорится, начинаем. Вроде бы у меня Майнкрафт нормально сейчас работает. Ой, хотя немного подлагивает. Так, хорошо, что я перед тем, как я закончил прошлое видео про Майнкрафт, я еще успел поспать немножко. Так, так, закрываю люк. Посмотрю, как, какие там дела у меня на моей территории. О, там, кстати, бродячий торговец. Хотя вы плохо видите, у меня там, ну, такой вот экран. Я не знаю, немного подбитый. Хотя я не знаю, конечно же, видно вам или нет. Так, со снеговиками тоже все в норме. Так. Так, вроде бы никаких монстров здесь нету. А даже если бы они есть, они бы все... Я бы все равно проверил, как бы они наступили на эти нажимные плиты. Так, а как там... А, ну логично, я же ведь там собрал там все. И даже вот, знаете, в прошлом видео я построил мост. И даже мне некоторые игроки посоветовали, вот, чтобы я был поувереннее. Ну, это я даже не знаю, вот... Я не знаю, многие популярные ютуберы это чувствуют себя очень уверенным. Так, вау, вообще. Здесь вообще, вероятнее всего, я буду первым... Здесь будет вообще первый фонтан, а дальше я не знаю, какой второй фонтан на моей территории будет, потому что у меня то грядка, то забор от этих криперов дурацких, то вообще сторожевые башни. Вот я даже не знаю, если честно. Так, где бы мне построить, где бы мне построить? Так. Ага, бродячий торговец. Так, а ты чем торгуешься? Давай. Да это сплошной бред. Кактусы? Блин. Ладно. Блин, ну это я понимаю, конечно же. У меня нету никакого изумруда, поэтому я не могу ничем торговать. Так что я просто... Вот перед тем, как я буду копаться... То есть, перед тем, как я буду строить фонтан, я лучше прокопаюсь в шахтах. Знаете, почему я так сказал, в шахтах? Потому что в прошлом видео я прокопался не только в самой глубокой шахте у глубинного сланца, но еще и вот здесь, вот там, вы видите. Да, немного плохо видно, но ничего страшного, я вам еще покажу, вы сами все увидите. А сейчас я пока что лучше добыть всякие ресурсы, тем более то, что я уже почти весь... глубинный сландец, ну, типа кирпичи, я истратил на этот мост, который я в прошлом видео построил. И сейчас, короче, попробую пополнить всякие ресурсы. Надеюсь, я их уже наконец-таки найду, потому что после них, после этого видео про Майнкрафт, будет последнее видео про Stickware Legacy, где я буду тестировать новые заклинания. И уже потом я уже начну снимать... Про растения против зомби-героя. Все, давайте начинать.
Вот это типа сплошные тоннели. Только я не знаю вообще, как прокопаться дальше через эту лаву дурацкую. Вот, все, я понял. Все, я не могу больше сюда входить. Я сейчас просто продолжу копаться только в другом месте. И уже потом буду копаться где-то в более верхних шахтах. Я уже устал копаться в шахте. Как там? А, теперь я понимаю, откуда такой звук. Дождь идет, понятно. Ой, простите. Так, ага. Все, сейчас попробую немного поспать. Вот так вот. Все, спокойной ночи. Вау, там кто-то... А! Это что за апокалипсис вообще такой? Это зомби-апокалипсис, что ли? Не-не-нет. Отстань. Так. О, а вот и крипер. Так, ага. Ну-ка, подходи сюда. Сейчас я попробую тебя просто фехтованием. На тебе. Шаг вперед и два назад. Давайте. Вот вы понимаете вообще, как вот так вот можно убивать криперов? Все, теперь я могу... Все, теперь я могу строить свой фонтан. Офигеть, ребята, вы слышали? Там что, гроза происходит? О, нет. Сейчас я попробую проверить. Так, пока... Вот, ребята, хотел построить второй фонтан, который находится у меня на территории, около моего... Около башни стражи. Там, короче... Я, короче, вот не просто прокопался в шахте, я просто поменял ресурсы, вот ненужные на нужные. То есть это какой-то обмен ресурсами. Так. Возможно, там дождь. О, нет. О, нет, я слышу то, что там крипер. То, что они там за крипера принимаются, эти снеговики. Так, надо соблюдать осторожность. Ой-ой-ой. Так. Мне страшно. Мне реально страшно.
Я не хочу снова... Я не хочу, чтобы крипер снова мой дом подорвал. Так. Ага, а вот и крипер. Пошла нахер отсюда, я жить хочу! Что я могу сделать? Я даже не могу понять, что... Фига себе. Вот, вот кто-то мне... Вот кто-то, кстати, в телеграм-канал мне написал то, что снеговики не атакуют криперов. Вот. Видите, они атакуют криперов. Только, правда, они просто отвлекают на себя внимание, пока я там спал. Так. Ха-ха-ха. Так, нужно его увести от нашей территории, чтобы я потом построил уже эту ванную. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Офигеть, ребята, вы видели? Там даже бродячий торговец умер. Не от меня, конечно же, а от зомби. Ха-ха-ха. Так. Смотри, так, где я его под... Хотя, я же знаю, как их, этих криперов убивать. На тебе! Он чуть не взорвался! Вот лично. Я его убил. Фу. Да уж. Хорошо, что я слышал такой звук, когда снеговики стреляют снежками. Так, а ты чем торгуешься? А ты чем торгуешься? Так... И вот, кстати, вот фраза «А ты чем торгуешься?» Вот подписчикам некоторым вообще довело до прикола. Ну ладно, ладно. Сейчас я пока что добыл немножко ресурсов. Я сейчас просто доделаю вот это вот, вот эти вот фонтанчики, и я на этом закончу уже видео. Ну, как-то так. Наверное, только так я вот закончил. Я бы хотел вот так вот, потому что большие фонтаны, которые у меня на другом острове, не вмещаются в мою территорию. Во! Даже издалека вообще немного попросторнее. Хотя я вообще не понимаю, хотя я не знаю, как выглядит фонтан. Я вообще не дизайнер в Майнкрафте. Но я хорошо хоть знаю, как убивать криперов. Так, ага. О, да. Вот кто-то мне вообще написал, чтобы я построил фонтану, но я не понимаю, как он оценит. Ладно, ладно. Вот, вот закончу сегодня видео и посмотрю, как он меня оценит. Так. А сейчас я пока что хочу проверить кое-что. Кое-что, кое-что. А, грядки. Грядки мне, короче, там немного подросли. Я, кстати, там слышал какого-то паука. Так. Хотя я не знаю, это может быть какой-то бред. Собачий бред. Так. Да, показалось. Сейчас я тогда попробую поохотиться немножко. Добыть себе еду. И на этом уже закончу. Уже, ребята, а мы на этом пока заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео и даже фонтан, который я сегодня построил. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Следующее видео будет Stikor Legacy, и уже после этого понедельник будут растения против зомби-герои. Так что ждите, ребята, всем пока-пока-пока.